Так, ночная съемка на китайца. В общем, на лыжи. Я увидел номер там вдали с фонариком. Здесь я его как не видел, так и не вижу. В целом, картинка яркая. Машина проехала. Номер подсветит. И хорошо. В общем, в целом, китаец чем хорош? Вот, мы получим достаточно такую хорошо засвеченную картинку. Резкость только по переднему плану. Вот, дальний он не пробивает, нету резкости. Но картинка приятная, в общем, такая. Блин, небо синее, там асфальт серый, какие-то полутона даже. В общем, светло, красиво. Ну, про съемку фонариком на заборе, что тут нарисовано, макросъемка. Вот, даже по экрану подточим резкость. Ну, слов нету, все и так должно быть, все замечательно. А вот дальняк, о, цветокоррекция, как в лыжи, автоматом прошла. Вот. Но номер я не вижу. Так хорошо, как на лыжи. 5 копеек, 5-копеечного телефона, это вообще замечательно. Ну-ка, увеличилка. Да тут даже увеличилка есть. Что ты, что ты. Ну, правда, на резкости нифига нету. Короче, покупайте LG. Зарабатывайте, покупайте LG. А это так, игрушка. Хорошая такая игрушка для ребенка. Ну или вообще, если уже LG разбили, а снимать не на что. Ну что, нормально. Красиво. Цвета красивые очень. Правильные такие. А вот резкость на дальнем плане не ловит. Итак, ночная съемка. Включил на автомат HDR, на автомат фонарь. И вдруг нарисовался номер. Это мой фонарик на этом куске пластмассы высветил номер. Ограничение скорости. С расстояния где-то 70 метров. Легко. Ну, все остальное как было, так и есть. Все так же хорошо, все так же замечательно, резко. Цвета четко переданы. Вот. Ну, теперь появились, естественно, и цифры на заборе, и пульты, и ящики. Ну, кстати, как тут макросъемочка. Да замечательно фокусируется. На автомате либо принудительно включаем фонарик. Все. Вот, а все остальное также хорошо. Ничего не трясется. Там на стене, на дальней вот этой стене граффити замечательно видно. Вот, чего невозможно даже мечтать на китайце. Вот там самоход стоит такой. Грустный такой в темноте. И какие-то знаки, типа стоянка для инвалидов. Но вот знака этого в камере я не вижу. Не знаю, будет ли оно потом на экране. Ну-ка сейчас увеличим, увеличим, увеличим картинку. Ага, вот он попался. Ну вот. Будет вам счастье. Все замечательно, спасибо, лыжа. Так, рамка, экшен камера, левый столб там черный и фонарь ближний, левый, желтый. И вот смотрим рамку, что теперь влезло по сравнению с фотоаппаратами, блин, с этими смартфонами в рамку. Что влезло, что влезло. Цвета такие же, цвета такие же. Ну вот обзор. Вот такой.
ничего не отражается на видео. Все черное, все темное, ничего не видно. Так, есть вариант. Есть вариант. Есть мысль. Включить фонарик. Что у нас с цифрами на заборе? О, у нас цифры появились на заборе. Это экшен камера. Она лучше, чем в лыжи увидела цифры. Она лучше, чем у китайца. Она просто их видит. Так, как я вот стою сейчас, вижу своими глазами. То же самое и с пультом домофона. Вот эта корреспонденция, почтовый ящик. Света, вот эту вот силу, как я глазами вижу, вот она все четко, точно так же, я вижу то же самое в камере, в картинке. Ни темнее, ни светлее, просто вот один к одному. Особый какой-то галогеновая лампа, вот она, поэтому какие-то искажения дает еще. Туман страшный. Видимость худая, плохая очень. Так, и потрясем камеру. Потрясем камеру по-любому. Вот чуть-чуть ее трясем.